что представляет из себя едва заметная чудодейственная водоросль под названием спирулина. Она смогла привлечь к себе огромное внимание даже семьи американского президента Обамы. В 1974 году на Всемирной продовольственной конференции ООН было объявлено, что спирулина – идеальный источник питания для человечества. Так в чем же заключается феномен сине-зеленой биомассы под названием спирулина? Микроскопическая водоросль в форме идеально закрученной спирали. Одно волокно насчитывает от 0,3 до 1 мм в длину. Ее клетки способны поглощать энергию Солнца и образовывать сложные органические вещества из углекислого газа и воды. В процессе фотосинтеза ее клетки вырабатывают белок, глюкозу, насыщенные жирные кислоты и витамины. Абсолютно все питательные вещества, в которых нуждается наш организм. Каким образом такая крошечная форма жизни может сочетать в себе всю силу жизненно важных элементов? Спирулина – это одновременно и растение, и бактерия. Тщательно сбалансированный набор витаминов, минералов и аминокислот, которые легко усваиваются организмом человека. Она содержит более 100 питательных веществ. Но спирулина – это не лекарство. Зачем космонавты используют спирулину? По решению НАСА, эта водоросль используется в питании как американских, так и российских космонавтов. И что о ней говорят ученые? Сотни ученых мира тщательно изучают ее химический состав и биологическое воздействие на организм животных и людей. Результаты этих исследований впечатляют. Станет ли спирулина простым решением глобальной проблемы мирового голода? Уникальная древняя водоросль, которую уже давно окрестили настоящим чудом природы. Спирулина является одной из древнейших форм жизни на нашей планете и давно привлекает к себе все более пристальное внимание людей во всем мире.